прошло все в том же. Гудят провода. Кто-то давно бабушке не мыл стекла. Кто-то давно не помогал бабушке убираться. Девочка глазами. Вставай тогда в красный шоу приезжал. А почему он у нас увидел сейчас этим там пузи? Должен же растаять хоть кто-то. Я надеюсь, что заберут, не знаю. Я с утра уеду на работу. Выхода-то нет. Ключ поверни и полетели. Ой, всё, тебя рисовать на себе. В общем, вот у нас как-то так. Вон такая рисунка. Привет, привет, дядя. Привет, кто там? Где? Где? Смотри, там Оля. Оля, привет, Оля, привет. Лиля говорит, привет. Так, тихонько. Упал, сейчас бабушка возьми. Какое-то ощущение, что на этом саммите Евросовета всех Украина достала. Как я имею в виду, людей, оттудов и немцев все бегают. Нет, им их попозже. Сейчас пока Лиля дрессирует Моню. Сейчас она его вытрессирует. Смотри, там в этом, у тебя же кто-то там должен дышать. Давай вот сюда, Лидочка, вот сюда давай. Смотри, сколько еще веточек у нас. Сколько веточек у нас. Молодец! Ура! Ура! Молодец! Молодец! Ура! 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 Опа! Опа! Ай-яй-яй. Ну-ка складываем шашечки в коробочку. Кто на диванчике прыгает? Ай-яй-яй. О, вот супер. Отжиматься-то, да? О, сколько сразу можно раз-то отжаться. Круто. Вот так бы на уроке физкультуры разрешали, да, Лев? У нас нету шаров. Ну так правильно. Поэтому и разрешают. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Нужно писать, чудо тетрадь, кровью, как метра.
России никакой системной угрозы для Америки отдельно и для Европы.